Дорогие любимые, всем большой-большой привет, приятного аппетита. У меня сейчас 11:30 дня, у меня обед. Что мы с вами сегодня будем есть? Это картошка по-деревенски, пожаренная такими ломтиками, и куриная грудка с сыром. Здесь у меня соус охотничий, он с чесноком, с укропом и с грецким орехом, маринованный огурчик. Я раздобыла нож для куриной грудки, правда, видите, на нем кончика нет, но ничего страшного, я думаю, сами справимся. Давайте немножечко с вами поедим, и я приступлю к своим рассказам. У меня куча всего вам рассказать. Даже не знаю, наверное, и ни одно видео запишу. Куриная грудка. Божественная. Сверху посыпала российским сыром, а так она внутри адыгейский сыр, адыгейский, как так, короче, называется. В общем, очень вкусная, вон там, видите, внутри сочная. Приятного аппетита всем, если я забыла сказать. Вот так. Почему отложился конкурс? Мы планировали полететь в Турцию. Можно сказать, уже одной ногой были там. Сначала у нас как-то начали заболевать Мартурик первый, потом дед, потом Ника, там Гамлет. Тур нашли прекрасный. На нас на всех $1000, 5 звезд, все включено на 8 дней. В общем, шикарный тур я нашла. И вот все потихонечку заболевали. И в итоге, в принципе, мы уже в день покупки собирались выезжать покупать. И у Артура долбанула температура. Честно, все отменилось. Никуда мы не поехали. Представляете, вчера по новостям узнаю, что регулярные чартерные рейсы в Турцию прекращены с России до 1 июня в связи с тем, что большое количество, к сожалению, заболевших там. Что-то было 50 тысяч, вот сейчас еще больше. В общем, все болеют. Но в итоге никуда ж не поехали. А у Ники 10-го, 10 лет было, 10 апреля. И мы решили, что сейчас я их быстренько подлечу, детей. Хочу в аквапарк съездить, потому что 10 лет все-таки. Надо как-то ребенка развлечь. Ну, собственно, видео с аквапарка вы уже видели у меня на канале. И мы, в общем, за 3 дня до ее дня рождения у меня у Гамлета вскакивает прыщик на брови. Он там что-то с ним делал. Ну, в итоге разнесло так, вы видели, опять же, на видео с днем рождения. Прооперировали его, ставили дренаж.
В аквапарке этот дренаж выскочил, при том, что он не купался вообще там. С Артуром вот он чуть-чуть и все, то есть никаких горок, ничего вообще. Пошел к хирургу, но хирург сказал, что нормально все. Все хорошо. Прооперировали, получается, ему бровь. За день. Да. Мы 10-го день рождения, 9-го. Да. Он его оперирует, а 10-го мы едем в аквапарк, да. Значит, вот так вот у нас проходили дела. Девчонки довольны были. Увидели, Никушка брала подружку с собой в аквапарк. Они, конечно, я их просто... Даже видео, то, что снято с ними, это уже под конец я их там поймала. Носятся по этим горкам. Просто вот перебегут, нам все нормально, убегут. Мы почти что даже не видели. В аквапарке, что мне понравилось именно в квакваапарке. За детей не переживаешь вообще и отпускаешь свободно, потому что на горке наверху при съезде стоит как их называют, спасатели, ребята. И когда вылетаешь с горки, там стоит двое. И бассейны, когда вылетаешь как бы вот с этой горки, они небольшие, то есть у них прям четкий стопроцентный контроль с детьми. И я как бы со спокойной душой отпускала. Ну и плюс еще у Ники такой голос, такой виск-писк, что ну раз в 10-15 минут я ее точно где-нибудь слышала. Мы были во всех аквапарках Москвы. Могу сказать, что квакваапарк один из самых, вот где мы были сейчас, сначала 10 лет. Мы впервые были в этом аквапарке. Были в Марионе, в Карибии. Что аквапарк самый ухоженный. Такой. И понравилось, что следят строго. Прям за детьми вообще. Молодцы вообще. Очень понравилось. Народу сказать, что много. Ну, выходной день. И я вот с девчонками тоже несколько раз прокатилась с горок. Ну, на горку в очереди мы стояли. Одна вообще там сразу подходишь, едешь, потому что там 5 или 6 дорожек. Что-то такое. Что у меня? Рот какой-то черный. Не пойму я. Вот, там мы вообще не стояли. Не знаю, что такое. А на другие горки, ну, может быть, ну, минуты 3, ну, 5 от силы. Постояли и все. Вот. Собственно, в связи с Турцией я-то конкурсы отложила. Думаю, что я поеду. Буду там. Вдруг будет плохой Wi-Fi, я ничего не выгружу. Но мы прям все
деньги в кармане, прямо уже хотели вот выезжать, покупать тур. Наверное, оно и к лучшему, что у нас не получилось. Видите, Турция сейчас в красной зоне. Сыр. Наверное. Хорошо, что все так сложилось. А Ника потом, ну, когда мы же ей не говорили, что поедем в Турцию. А там что-то дед ей спалил контору. Она мне: мам, ну что, в Турцию собирались ехать? Говорю: да, Дунь. Ну, ты видишь, такая ситуация. Заболели. А потом: мама, может, к бабушке едешь в Армению? Мы реально с ней посмотрели в Армению билеты. Ой, честно, это анекдот. Это называется «Прокатиться на верблюде бесплатно». Залезть бесплатно, а слезть платно. Вот это из этой серии анекдота. В Армению билет 4500 в одну сторону. В обратную 19 тысяч. В итоге у нас получились билеты на всех 108 тысяч рублей. А это $1500. Билетики. Только билеты. Туда-обратно, представляете? Просто я не понимаю, что это такое. В общем, соответственно, и туда мы... Туда можно было бы полететь, если бы билеты были подешевле. Можно было бы слетать, потому что все равно там, да, бабушка, дедушка, даже если болеешь, там у нас такая бабушка, что она... Не захочешь выздороветь, выздоровеешь, гамма мама. Она там блюдет за всеми. И... В итоге, в общем, аквапарк. Решили море оставить на осень, когда более или менее стабилизируется обстановка в стране, в мире. У нас тут вот в России. Я просто знаю, что у меня многие смотрят с других стран, девчонки. Слава богу, все в порядке. Такие, в общем, у нас новости. А еще знаете что? Вчера ездили в Магнит с мужем. Купила себе кое-что там новенького из косметики. Честно, для съемок косметика летит просто вот вох. Я даже уже, честно, в Литуаль не помню, когда заходила, чтобы покупать себе тушь какую-то дорогую или помаду дорогую. Нет, у меня прям уже, вот как начала съемки на Ютубе, мой магазин Магнит. Там купишь себе. Тоже не могу сказать, что прям дешево, потому что вот помады мои, блин, такие как карандашики, одна 400 с чем-то рублей. Я их штук 5-6, наверное, вчера взяла. В общем, наверное, сейчас попробую, может быть, отснять видео с косметикой, с моей.
который вчера купила. Там немного, но все равно прикольно. Вы часто у меня спрашиваете, какая фирма, какая помада, где купила. Вот, наверное, сейчас видео запишу. Все, дорогие мои любимые, я вас... Ребят, сегодня же большой праздник у мусульман. Рамазан же сегодня, да? Ой, дорогие мои, любимые. С большим... Ой, мне тут грязненько, простите за внешний вид. С праздником вас всех, с Рамазаном, здоровья вам, любви, чистого неба над головой, чтобы беды вас никого не касались, чтобы дети радовали, мужья любили, родители не болели, чтобы все-все-все у вас у всех было хорошо, всех вас с праздником, от всего сердца поздравляю, здоровья вам, здоровья, здоровья. Все, теперь пока-пока.